Обычные рабочие в колонии получают 3000 рублей в месяц. Те, кто отбывает наказание согласно строгому режиму – 1000. Делать покупки в магазине можно не более чем на 500 рублей. Все рабочие разделены по бригадам, и у каждой из них свой персональный день похода за покупками. Как работают в соседних регионах интернет-магазины? Родственники или друзья заключенного заходят на сайт в СИН-заказ, заполняют стандартную форму и отправляют заявку. Оплатить ее можно через электронные кошельки, банковские терминалы или переводом с карты. Как правило, срок доставки занимает всего 3-4 дня. Либо сам осужденный выбирает, чего ему не хватает на данный момент, и тоже отправляет заказ, оплачивать который будут его близкие. Тем, кто отбывает наказание в Рязанской колонии номер 2, такие перспективы явно по душе. Перечень, ассортимент увеличится, то есть, соответственно, вы друг другу уже верите, да, ваша организация и так далее. Это одна сторона. А другая сторона, то, что я думаю, все-таки лимит ограничения все-таки должен сняться, потому что везде эта практика уже есть, это не входит, то есть, в основную политику Уголовно-исправительного кодекса. 20 килограмм, которых не хватает, не секрет, да, что мы съедаем это за 2-3 дня. Будет определенный досмотр проводиться, не как раньше, то есть могут досмотреть, развернуть и так далее. Сейчас вынуждены родственники передавать там в развернутом виде и так далее, из упаковок вынуты и так далее. То есть магазин уже будет давать гарантии, то есть качество продуктов. После полученной заявки сотрудники магазина начнут собирать заказ. Если подтверждается, что человеку положены посылка или бандероль, ему их выдадут. Людям больше не нужно специально ехать из другого города, стоять в очередях, а потом нести в изолятор тяжелые пакеты, дабы порадовать оступившегося сына лишним килограммом печенья. У меня пожилые родители, я сам уже тоже в возрасте. И до этого времени очень много времени, средств затрачивали на то, чтобы сюда попасть. Издалека едут из Москвы, из Питера. Чтобы сузить круг бытовых и технических вопросов, которые неизбежно появятся с организацией на территории рязанских колоний интернет-магазинов, и была организована пресс-конференция, возглавил которую Андрей Мухиддинов, директор предприятия торговли «Калужская» в СИН России. Когда мы заключаем договора именно по интернет-поставке, мы всегда говорим поставщику, что товар должен быть зафиксирован на определенное время. Скоро узнаем, насколько быстро приживется популярная услуга в нашем регионе.